infiltration, да, bilateral, polysegmental pneumonia, да, bilateral polysegmental pneumonia. Это бронхогрем, это не будет такого. Это вот бронхиэктазис. Да, бронхиэктазис, бронхогрем. Это контрастен флюидом за бронхой, да. И вот это normal, видите, all bronchi. А здесь вот. Also, да, infiltration. Здесь вот. Говорите. Говорите, что здесь? Быстро. Соберитесь. Била, да, две стороны. Здесь. Здесь. Пневмония. Полисегментер, билатерал пневмония. Это кардиомегалия. Кардиомегалия. Вот. Это что такое? Это вот пневмоторакс. Видите? Black, да? Это Это у нас fluid. Тут pleural effusion and pneumonia moving. Видите? Медиастином. Господи, я уже не могу говорить. Сместилась в другую сторону, да, это health spot, это, и здесь плюс, получается, много жидкости, поэтому отодвинуло сердце, понятно? Это что? Вот здесь уже тоже pleural effusion, вот, да, sinus, и здесь немножко, и пневмония, это... Pulmonary embolism. Да, ну, infiltration, да, triangle shadow, maybe pulmonary embolism. Бронхиэктазис. Дальше здесь вот это pleural effusion, это air, small pneumothorax and infiltration еще, да, of the lung. Да, ну тоже, да, triangle shadow, maybe, and pneumonia, что может быть, да, может быть, infarct, да, то есть pulmonary embolism. Abscess, lung abscess, это... Пневмоторакс, это кардиомегалия, это абсцесс, это тоже infiltration with destruction, да, maybe абсцесс, да, maybe gangrene даже, same picture, да, это абсцесс, может быть, cancer with destruction, да, maybe tuberculosis, что, да, то есть infiltration with короче, the center. Что это? Infiltration. Bilateral, да, видите, здесь тоже, и здесь. Полисегментар пневмония. Тоже немножко infiltration, а тут infusion, pleural effusion left. Пневмоторакс. Pleural effusion, да. Это relaxation of tension the diaphragm. Да? И здесь тоже infiltration. Это firstly это infiltration the upper part of the right lung and right lung upper of the right lung. Это нет, это abscess. Видите, level of the fluid. Вот ровненько, direct line. This is same about the abscess. Абсцесс. Нет. Ну, понимаете, почему? В абсцесс тоже есть fluid and air сверху. И здесь fluid, и сверху air. Поэтому это pleuropneumothorax. Да? То есть и fluid, и ровненько. Direct, да? То есть это сверху air, снизу fluid. Да? И выравнивает. Ну, такой не будет. Ну, здесь, смотрите, это просто стеноз, наверное, пилоридональный стеноз, да, большой желудок, видите, практически вот это уже таз, пельвик. Это что? Infiltration. Нет. Это пневмоторакс, total пневмоторакс, видите, вот это только ланг. Это ланг, видите, компея здесь и здесь. Тут air, все это air. Вы же не видите оттуда. Гидроторакс. Пневмоторакс. Вот. Опять ланг. Видите? Видите? Да. Нормально все с вами? Или вы уже устали очень? Это просто артефакт. Это ECG-дефект. Это что такое?
Да, вот здесь то Pillaral Fusion, да, и видите, Destino in the Hell's Path. А здесь что у нас? Стома. Это Alsa, да? Вот это контраст, да, то есть вот это должна быть во стомах, да. А здесь, видите, получается либо perforation, либо alsa, да, то есть вот контраст. Здесь стенозис. Ну, это просто, ну, по складкам слизистый с контрастом. Это что? Infiltration. Кардиомегалия, да, и bilateral infiltration, с maybe pulmonary edema, да? Pacemaker and left ventricle increase, да? Hypertrophy, shadow of left ventricle. А это не надо. Ну, это тоже, в принципе, надо. Вот это может быть абсцесс, maybe cancer, да, peripheral, а это bilateral infiltration, как больше viral pneumonia. Все!